Недобросовестные застройщики заставляют ждать. Деньги вложены, а обещанных метров так и нет. В выходные состоялась встреча дольщиков с министром социальной защиты. Одна из обладательниц квартиры «Призрака» рассказала свою историю. Пенсионерка Маргарита Толстова вложила все накопленные деньги в будущее жилье. 5 лет назад она отдала 816 тысяч рублей застройщикам ЖК «Молодежный». Деньги не вернули, дом не построили. Пенсию я отдаю за долги. Я ей не пользуюсь. А за квартиру плачу, проезд и прожиточные. Проживаю вот на эти 10 тысяч. Мне родственники дали жилье, вот я за него плачу. По поручению губернатора социальная защита помогает участникам долевого строительства. Специалисты работают с 3000 людей. Ситуации у всех разные. Одним необходимо собрать ребенка в школу, другим оплатить лекарства, съемное жилье или ипотеку. Более сотни дольщиков уже получили помощь. Сумма выплат составила почти 17 миллионов рублей. Для того, чтобы получить консультацию, надо звонить в региональную соцзащиту. У нас работает единый социальный телефон горячей линии. Это 8 800 250 46 46. Можно позвонить и оставить заявку. Кроме этого, в каждом муниципальном образовании, в каждом районе города определены ответственные, которые занимаются только проблемами дольщиков. Волжские кварталы и центральные проблемные микрорайоны Заволжья посетил Сергей Морозов. 6 домов недостроены, люди устали тешить себя надеждами. В волжских кварталах не готовы дома с 44 по 48. В центральном надо заняться 19-м домом. Чтобы довести до ума жилые массивы, из бюджета будут выделены средства. 154, если еще возьмем и это. 19. Ну, сейчас сюда, да. Значит, 154 миллиона рублей заложим на заволжскую площадку. Волжские долгострои должны быть готовы к 2021 году. 20-й дом в микрорайоне Центральный необходимо сдать к 2022. Виктория Чиркова, Владимир Куликов, новости Улправды ТВ.